Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот и пролетели незаметно 5 дней, проведенные в Стамбуле вместе с дочкой и моей внучкой. И сегодня рано утром мы отправились из нашего комплекса, где мы жили, на двух разных такси в разные стороны. Они поехали в аэропорт в Израиль. У них рейс на Тель-Авив в 10 часов, а я возвращаюсь обратно к себе домой в Болгарию. Поехала на Атогару, Эсенлер, Атогара. Отсюда отправляется мой автобус на Бургас. Я сейчас стою около офиса Нишикли и хочу вам немного рассказать об этом месте. Находится в Стамбуле, и здесь разные международные направления. Вот это офис Нишикли, здесь можно купить билеты, но я брала билет по телефону через интернет. Возможно, это видео пригодится тем, кто впервые приехал на автобусе в Стамбул. Я сюда приехала из Болгарии. Мы пересекали границу Болгарии с Турцией на автобусе. Об этом у меня уже было видео, но, правда, это было все происходило ночью. Сегодня я немножко по-другому, возможно, это видео вам покажу и расскажу об автогаре Эсенлер, который находится в Стамбуле. Вот когда мы сюда приехали 5 дней назад с дочкой, было немножко непонятно. Сейчас все более понятно. Вот это здание автогары Эсенлер. Полукругом оно так вот расположено. И здесь офисы разных компаний. Напротив находится здание торговых точек и точек питания. Различные кафе и рестораны. Когда приезжаешь, вот смотрите, здесь, например, из Болгарии у нас популярные компании «Метро». Потом рядом вот офис «Нишикли». Когда люди приезжают, они выходят на такую привокзальную площадь. Здесь можно взять такси. Но желательно, чтобы вы знали приблизительную стоимость проезда до того места, куда вам нужно ехать. Потому что цены здесь меняются постоянно, и они такие разные. Я брала такси от нашего пункта проживания, от нашего комплекса, где мы жили. И через интернет, и уже у меня через интернет, как говорится, денежки списали за проезд. А так вот, конечно, желательно, чтобы вы знали примерную стоимость проезда. Но вот когда мы заселялись, нам хозяйка сказала, что примерно такая-то цена будет от автогары до этого жилищного комплекса. Вот, то есть цены вот в такси и есть счетчики, но цены, в общем-то, здесь варьируют, скажем так. Вот Нишикли. Я отсюда отправляюсь в компанию Нишикли. Офис такой. Офис. Здесь можно купить билеты. Ну и вот если пройти офис, с этой стороны будет посадка уже на автобусы. Вот похоже, что это наш автобус уже стоит. Но у меня еще целый час в запасе, так что гуляем. Пока гуляю и показываю вам. Вот отсюда мы будем отправляться. А когда приезжают, автобусы приезжают сюда. И вот можно пройти через офис на ту привокзальную площадь, где я вам показывала, куда все выходят. Вот выходим. Здесь такси.
И второе здание, где все кафе и рестораны расположены. Давайте немножко с вами сейчас погуляем. Ой, солнце встает. Так красиво. Солнце встает. Вот красота. Вокзал как бы двумя полукругами расположен. Вот одно здание, и вот перед вами второе здание. А между ними находятся торговые точки и кафе, и рестораны. Я сейчас гуляю по площади, где находятся как раз-то эти два здания, автогары. Вот оно, одно здание полукругом расположенное. Автогара. Центральное здание, где расположены кафе, рестораны и торговые точки. И вот другое здание полукругом. Конечно, когда мы приехали с дочкой, никак не могли даже, извините, найти туалет. Но вот сейчас разобралась. Оказывается, туалет здесь 1 лира стоит. Вот. Ну, тоже для справок. Возможно, кому-то и пригодится. Потому что когда приезжаешь только в незнакомый город, куча вопросов. И в том числе даже и такие вот банальные. Поэтому я сразу же даже рассказываю вам, извините, даже за такие подробности. Вот. Офисы, я вам уже сказала, где находятся. И проходя сквозь офис, как раз-то попадаешь на высадку и посадку. То есть вот откуда уезжаешь и откуда приезжаешь. Сейчас вот все понятно мне уже. А вначале было непонятно. Смотрите, какая красота. Ну, давайте просто погуляем. Еще есть время, я вам покажу немножко Стамбул. Мечеть. Мечети здесь много. Даска. Очень красиво солнце восходит. Так, ну вот. Вот автобус подъезжает как раз-то какой-то. Здесь разные направления. Очень много всяких направлений. Ну, конечно, очень большой автовокзал. Называется Отогара Эсенлер. Автобусы отправляются. Здесь территория огорожена. Ну вот, приезжают, уезжают автобусы на разные направления. И вот она какая огромная, эта площадь. Ну вот, в общем-то, я вам рассказала. Теперь, кто будет приезжать в Стамбул, будете знать, что такое автогара, отогара, где она находится и как добраться. Ну, добраться здесь и метро есть, и такси есть. Про такси я вам уже рассказала, что примерную цену на вашу поездку вы должны представлять. Вот, примерную, опять же говорю. Чтоб потом не было разочарований. Такси здесь много. Лучше всего заказывать, конечно, по интернету, даже такси. Это как-то надежнее и приятнее поездка. Ататюрк. Автобусом тоже можно добраться. Вот 760-й автобус приходит на Отогару. В общем, давайте подведем итог нашего посещения автостанции Отогары. Для того, чтобы добраться сюда, можно проехать на автобусе, на метро, на такси. Самый быстрый способ – это, конечно, такси.
Ну а дальше смотрите, в какую страну вы отправляетесь, ту компанию вы ищите. Вот я отправляюсь в Болгарию, вот у меня моя компания, вот Нишикле, и она идет отсюда как раз отправление на Болгарию. Есть разные направления, вот сейчас только проходила там Украина, то есть компания может быть одинаковая, а направление разное, поэтому внимательно ищите страну и компанию, которая идет именно в вашем направлении. То есть я вот сначала тоже не разобралась, вот метро, и дальше там есть несколько. Оказывается, нужно найти страну и уже посмотреть. Ну, естественно, я вот нашла компанию и страну, куда мне надо отправляться. Вот. Надеюсь, теперь вы уже будете здесь ориентироваться. Это для тех, кто будет в Стамбуле и кому понадобится отправка именно автотранспортом, автобусом. Потому что многие прилетают в Стамбул, ну, разными путями. Вот я на автобусе. Так что вот такое у меня начало моего возвращения домой, в Болгарию. Вот уже мой автобус. Сейчас отправляюсь. Пожелайте мне хорошей дороги. Друзья, что еще хочу сказать? Обратно я возвращаюсь с компании Нишикле. В автобусе есть Wi-Fi. Это супер. Хожу немного видов Стамбула по дороге. Конечно, Нишикле классный. Водичку.
Wi-Fi. Все прекрасно. Путешествие с удовольствием. С компанией не жалею. Проверили билеты, что-то себе записали, спросили, куда едем. Дорога проходит вдоль моря. Когда ехали в Стамбул, мы, конечно, этого ничего не видели, потому что была ночь, спали. А сейчас, конечно, днем вообще дорога классная, интересная. С одной стороны поля и какие-то такие домики мелкодачные на протяжении всего пути. Так, а с другой стороны море. Не знаю, видно или нет. Ну вот. Как-то так. Сейчас нам кексики дали. Вообще сервис, конечно, классный. Кексик вкусный, свеженький. И вот пепси еще дали по бутылочке. Безусловно, конечно, не ради еды, а ради только Wi-Fi. Я буду ездить только с Нишникли. Проехали мы, наверное, по пути. Поменялись в автобусе водители. Ехали в какое-то местечко, не знаю, как называется. Как это называется, город? Но это еще все территория Турции идет. Погнали дальше. Дорога сейчас, походу, началась совсем другая. С терпантин. С горки на горку. А вокруг леса. Подъехали к границе, прошли проверку. Сейчас будем выезжать с территории Турции на территорию Болгарии. И вот уже граница с Болгарией. А у нас в Болгарии граница вот такая дорога. Граница в горах находится. Красивая природа в Болгарии. Наконец-то я и дома. Приехали мы в Бургас. Ехали мы долго, потому что на таможне мы на границе простояли около 2 часов. Что-то прямо долго получилось. Но приехали мы, все замечательно. И я благодарю компанию Нишикли за прекрасную организованную поездку. Вы не представляете, не только обслуживание было, сервис такой, что даже обрабатывали руки в течение поездки антисептиком. Это просто, я не знаю, неожиданно как-то. Ну, естественно, кофе, чай во время поездки несколько раз. Очень все приятно. Я уже дома, так что теперь буду показывать вам видео уже из Болгарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока!